жизни нашей страны и моей деятельности за прекрасную работу. Но все остальное, я надеюсь, вы сможете обсудить в вашей жизни. Весьма напряженная. Если Семенович знает, это тоже интересная работа. И она тоже очень сложная. Просто не дает расслабиться. Эти 4 года наша страна менялась для кого-то в лучшую сторону, кто-то, наверное, всего нашего земного шара, делая прекрасные фотографии. Я потом понял, что очень много всего было. Очень много интересного. Принимал участие в создании альбома, посвященного жизни нашей страны и моей деятельности за прекрасную работу. Но все остальное я надеюсь сами. Так что еще раз всем большое спасибо. А кто-то пьет, стоит, нам ничего не предлагает. Она фиксаж для того, чтобы процесс проявления остановился. А она вытащила, значит, и не остановила процесс. Интересная мысль. И когда это видео, я не знаю, как студент 40 минут на камере наш студент, она сняла голову. Каждая голова символизирует определенную национальность. И она нашла. Символизирует почему-то русского, а не знаю почему. Венки, она сама из Тулы, она снимала шамана. И потом попробуй дед, как бы шаман, и дали вот этот дух людям, которые обычно не допускают. И совершенно сумасшедший. Это кич и одновременно действительно вот эти мистические ритуалы все это вместе смешивается. Это вам кажется, что кич, а? Люди, которые этим занимаются, верят. Посмотрите на этого красавца. Орлан Баян. Да, посмотрите на его стразы, на его черные очки. И вот он, ну, так они стали шаманами. И этот шаманизм, он реально помогает. Но в этом шаманизме всегда все смешивается. Да, вот это там целый план шаманов и, в общем, очень красивые. Машину закинули, как стопку, они начинают делать. То есть это машина текст? Если такая Москва, мы ее должны принять. Москва разная, конечно. Она же разная. Ничего, это дети ее так видят. Я удовлетворен тем, что про нее... Превратил в мультик. И вот такой вот... Это уже создавалось как праздник. Это у нас два салюта. Потому что Джейн... Это не машина, это поисковик, который переводит. Это наши дети, которые пытаются в Москве, они довольны ощущением, как они это переживают. И вот эта серия продолжается. Как они себя видят, как они... Видят на выставке тоже, кстати. И это вот у нас замечательно было, мы показывали. Ну, это... Тоже все-таки стилизация, да? Нет, это реально, это ум-объектив, это реально. Не-не-не, это не объектив, а объектив. Что пленка? Перфорация. Пленка, но там становится девушка. Это персонажи. Мама, которая ребенка, мужчина, который может стать. Мужчина становится мужчиной, когда он становится девушкой. Девушки? Девушки. Это самое близкое. Ну да. Это тот же самый мужчина, который бегом замечательно, но он девиз какой-то время. Все, что говорят женщины, и все, что говорят мужчины. Но это тексты, которые вымещают во всем мире свои произведения. И это концептуальная игра наших клиентов, между прочим, будет еще концептуально. Иногда до такой степени, что у нас концепт сняли реальные фотографии. Напоминаю. Слушайте, у нас люди вообще не читают. Мы хотя бы усилия перед словом делаем. А то они на дискотеках читают. Можно прочитать. Можно, можно. По крайней мере, можно. Я вот сюда можно интересно, оригинально и
вполне так. Смотри, вот это же, я его обожаю. Здесь у нас тексты, которые помещают из скульптуры произведения. Вот эти тексты у нас там сняты реальные фотографии. Это текст, и как будто выставки в течение. Ты их читаешь и представляешься, что там было. Она. Это строки из произведения? Строки из произведения. Немного можно прочитать. Можно, по крайней мере, можно. Отправьте на номер. Чего я посылаю людей? Кто возьмет свой телефон, отправьте через 3 минуты. А вот туда можно отправить? Вот туда и надо отправить. Это все, что отправили в последний день. Нет, они выправляют сюда, в дом правительства. Не отправляют. На базар. И цикл, который они отправили,